Новый современный парк совсем скоро появится в 8-м микрорайоне Одинцово. Здесь на месте бывшего оврага от улицы Верхнепролетарской до Сосновой будет благоустроенная зона отдыха. На данный момент доделывают дорожки, бордюры, происходит высадка деревьев и частично уложен газон. Работы будут проходить в два этапа. Второй этап у нас как бы закончен должен быть в весенне-летний период следующего года. Мы этот момент будем форсировать. Почему? Потому что с учетом рельефа, который здесь есть, мы столкнулись с определенными проблемами в части замещения земляных масс. Вот. И есть некоторые работы, которые, конечно, удобнее будет сделать в зимний период. Основные работы по благоустройству парка закончатся в конце сентября. Также здесь будет благоустроена Верхнепролетарская улица. На ней уложат асфальт и обустроят новые пешеходные дорожки и нанесут разметку. Первую часть нового парка рядом с ЖК «Союзный» откроют к 4 ноября. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».